Переходим к началу вязания, снимаем маркер. И опять набираем петли, чтобы можно было за протяжку провязать 20 петель. Это, по-моему, 21 петля будет. Значит, петли делайте, как я уже говорила, большие, потому что мы заходим за протяжку. Так, теперь главное не перекрутить. Значит, вот у нас косичка, воздушные петли. Вот с обратной стороны. Начинаем считать по протяжкам. 1, 2, 20. Провязываем одну петлю светлую. Затем белым цветом восемнадцать петель. Так, набрала я петли. Одну голубую светлую с правой стороны, одну темную с левой стороны. И 18 белых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20 петель. Теперь сиреневую соединяем с первым рядом. Вот здесь у нас идет изнаночный ряд. Вот как всегда. Я показываю за две петли. Так. Теперь поднимаем белую. И закрываем белым цветом. Закрываем до конца ряда. Итак, следующий ряд вяжем. Увеличиваем голубые. А белые у нас будут уменьшаться в количестве. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. Последнюю петлю белую. Провязываем сиреневым цветом. Один. Два. И во второй ряд соединяем. Вот сюда.
Вот, в принципе, и все. Итак, вяжем белый треугольник. Так, закончила я первый шаг второй полосы. Смотрим. Провязала 10 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ряд закрываю. Так, теперь мы будем закрывать голубой цвет. Значит, что делаем? Голубым перекручиваем обе нитки. Так, одну провязали. И теперь вот эту белую мы должны протянуть в край. Так, довязываю ряд до конца, закрываю, и последнюю петлю провязываем белым цветом. Опять набираем голубым. Так, 9 голубых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Поднимаем сиреневую. И тоже 9 штук вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Берем еще моток голубого цвета, но его понадобится мало. И будем заканчивать ромб вот здесь. Последнюю петлю. Провязываем голубым цветом. Вот так. Кстати, хвост вы можете оставить по длине, чтобы потом заправить и ввязать. Можно оставить покороче. Потом я вам покажу, как его спрятать. И соединяем со следующей петлей. Так. Поднимаем сиреневую и закрываем сиреневой. И так закрываем до конца ряда. Следующий ряд вяжем. Белое есть. Еще одну белую добавляем. Поднимаем голубой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Меняем сиреневую на голубой цвет. Один, два и соединяем. И закрываем. То есть мы заканчиваем с вами ромб, а вот здесь вяжем треугольник. Вот такой же. То есть белые петли мы увеличиваем, а здесь увеличиваем голубые. Все, так дальше вяжете. Так, заканчиваю я ряд. Второй шаг второй полосы. Вот здесь у меня 10-й ряд от первой полосы. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, вот 10-й ряд. Значит, 9 белых, потом один голубой, один сиреневый, и этих 1, 2, 3, 4, 9. И соединяем в сиреневый цвет. И закрываем. Так, закрыли мы ряд, и вот здесь у нас две голубых. Вот эту голубую, которую мы прикрепляли, ее отрезаем, она нам не нужна больше. И вяжем третий шаг. Теперь поднимаем сиреневую. Провязываем один. Теперь берем новый клубок белого цвета.
Один, два, три, четыре, пять. И соединяем с сиреневым. Теперь поднимаем сиреневую и провязываем сиреневым цветом. Дальше. Вот эту голубую мы должны тянуть вверх. Значит, мы ее перекрутим и поднимем белую. Вот, теперь белым закроем. Так, дальше вяжем. Опять белым набираем. Один, два, три, четыре. Последнюю белую меняем на сиреневую. Провязываем сиреневую. И вот этой белой, которая от с этой стороны, перекручиваем. Вот, одна белая у нас будет здесь идти, а вторая белая на убавление. Сейчас еще один ряд покажу. Так, соединяем. Два. Сиреневую с голубой перекручиваем. Закрываем два этих столбика сиреневых. Теперь вторую белую поднимаем и закрываем. Давайте еще один ряд все-таки я вам покажу. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Одну меняем на сиреневую. Получаем один,
2. Три. Так, это белый у нас от этого. Теперь голубую с сиреневой перекрутили. И сиреневую с белой перекручиваем. И белым. Цветом. Так, провязываем 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 и закрываем. Вот так. Значит, ну тут можно 10 ряд не отмечать. Ну, можно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 10 ряд. Поставьте сюда маркер. Вот. Значит, и так вяжем вверх. В этом месте у нас будет прямоугольник вот такой, а здесь будет треугольник, как здесь. Значит, здесь мы убавляем, а здесь сиреневые увеличиваем. Так, закончила я третий шаг. 1, 2, 3. 10 рядов провязала. Так, ну давайте продолжим. Перекручиваем. И один ряд вяжем с сиреневым цветом. Так, здесь поднимаем голубую. А вот эту белую тянем в край. Так, белую подтяните, но сильно не затягивайте, чтобы ряд не стянуло. И теперь голубую, вот эту, соединяем с сиреневым цветом.
и закрываем. Белый остается здесь, а эту будем вверх тянуть. Заканчиваю я вязать изнаночный ряд. Последнюю петлю тоже закрываем сиреневым цветом. Белую здесь перекручиваем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Сиреневую меняем на голубую. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Голубую провязываем белым цветом. И вот так. И соединяем с белым. Ну, здесь еще тоже трудновато. Вот так, вытащим. И протянем. Теперь поднимаем голубую. И закрываем ряд до конца. Так, закрыла я ряд. И еще один ряд я с вами свяжу. Перекручиваем. И вяжем сиреневым. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, поднимаем голубую. Вяжем голубым цветом. Один. Вот здесь не пропускайте. Она затягивается иногда. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Так. Поднимаем белую. И голубую меняем на белый цвет. Один. Два. И соединяем с белым.
И заканчиваем. Вот так, в принципе, мы и будем вывязывать еще один треугольник. Здесь мы идем пока прямо. А здесь мы убавляем. Я думаю, ничего сложного здесь нет. Итак, вяжем 10 рядов. Вот здесь видно, что 10. Четвертый шаг. Так, закончила я четвертый шаг. Здесь у меня 10 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, у меня осталась одна сиреневая петля. Так, голубых 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 9 белых 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь на этой стороне тоже 9 белых. И провязываем последнюю петлю тоже голубым цветом. Теперь поднимаем сиреневую. Так, над голубой и над белой. Ну, вы там посмотрите, как вам удобнее. Сиреневым 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Так, поднимаем белую. И провязываем белой. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть два ряда по 9 столбиков белых. Так, соединяем. И закрываем до конца ряда. Давайте еще один ряд с вами провяжу. Добавляем голубую вместо сиреневого. Теперь поднимаем сиреневый. Два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9. Белую меняем на сиреневую. 10. Поднимаем белую. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. И закрываем. Значит, у нас вот здесь будет еще один треугольник, и в общей сложности получается квадрат. Здесь мы увеличиваем, получаем треугольник, а эти пока ведем прямо. Будет вот такая же фигура. Так, заканчиваю я пятый шаг. И провязала. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10 набрала. 10 голубых, 1, 2, 3, 4, 5. И 10 сиреневых, 1, 2, 3, 4, 5. Так, треугольник я завершила. То есть получился у нас ромб, прямоугольник. Ромб получился. Теперь что мы делаем? Мы соединяем сюда. Закрываем. А вот эту белую нитку, которой вязали треугольник, тянем сюда. Так, 8 провязали, 9, 10. Но видите, она еще белая нитка далеко. Поэтому поднимаем голубой и голубым провязываем. Так, теперь, чтобы не стягивался белый цвет, растяните. Ну вот, белый теперь встанет как раз над первым сиреневым. Обе нитки здесь оставляем. И голубым закрываем. И последнюю петлю тоже закрываем голубым. Перекручиваем. Вяжем шестой шаг. Три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Теперь сиреневую мы будем тянуть вверх, а вот этой белой будем вязать вот здесь прямоугольник. И соединяем. Так. И вот здесь мы будем вязать белым цветом вот такой же прямоугольник. Вот здесь. Так, теперь закрываем почти до конца. Так, довязываю я первый ряд шестого шага. Вот 10 белых.
провязала, закрыла 9 голубых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А последний закрываем белым цветом. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. Белым цветом перекручиваем обе нитки. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И соединяем. Закрываем до конца ряда. Так, еще один ряд я вам покажу. Один белый есть. И голубой меняем на белый. Поднимаем голубой. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поднимаем белую. И провязываем белый до конца. И закрываем. То есть голубые у нас идут на убавление, а белые увеличиваются. Здесь будет прямоугольник, а здесь белым цветом будет треугольник. Все и так вяжем. Значит, по прямой голубые у нас убавляются, а белые увеличиваются. Так, провязала я в шестом шаге 10 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соединила. Поднимаем белую. И вяжем седьмой шаг. Опять белый провязываем.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше. Поднимаем сиреневую. И перекручиваем вот эту белую, которая отсюда шла, и голубую. А ту белую отставляем. Вот так. А это у нас белая с этой стороны. И вот эту голубую меняем на сиреневую. Ею мы будем делать замену белых, то есть вязать треугольник белый. Вот как здесь. И вот здесь идет сиреневый цвет. Вот сиреневый пойдет сюда. Но мы должны еще закончить вот этот сиреневый. Передергивать туда-сюда не получится. Будет просвечивать, как я говорила. Поэтому эту сиреневую отставляем. Берем белый цвет от этой части. И первую петлю, эти ушли туда, в ту сторону пока что. И первую петлю провязываем от другого клубка сиреневым цветом. Вот так. Так, и продолжаем набирать. И соединяем. Провязываем изнаночный ряд. Так, довязали. Это сиреневый у нас с этой стороны. Перекручиваем. Теперь эту перекручиваем с белой. Так, в принципе, здесь ничего сложного в этих нитках нет. Главное понять, куда какие идут. Вот уменьшаем опять белые. Давайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот эту сиреневую перекручиваем и провязываем. Вот видно, где они должны закончиться. 1,
2. Теперь мы должны поднять голубую и провязать вот эту петлю. Эту белую отсюда мы отложили. Дальше. Одну петлю мы должны провязать голубым. Значит, вот эта сиреневая тоже с этой стороны отложили. Остается здесь сиреневая, голубая и белая. Мы должны голубой провязать, но мы должны белую еще поднять. Вот эти две. Поднимаем. И голубой провязываем. Теперь поднимаем сиреневую с этой стороны. Это этот ряд, только сложно разобраться, а так, в принципе, ничего сложного-то и нет. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И соединяем. Так, поднимаем голубой. Провязываем. Теперь поднимаем сиреневую с этой стороны. Теперь белую с этой стороны. Так, давайте еще ряд провяжем вместе. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Видите, у нас сиреневая. Вот она с этой стороны. Уходит вправо. Так, 1, 2, 3. Теперь перекручиваем с голубой. Так, 1, 2. Все, вот эта белая ушла туда, и вот эта сиреневая ушла туда, вправо. Так. Теперь берем левую сиреневую. И перекручиваем с белой. Мы же должны белую поднимать. И с голубой. Голубые увеличили, сиреневые уменьшаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соединяем.
Так, провязываем изнаночный ряд до конца. Я вам, наверное, еще один ряд покажу. Давайте еще один ряд с вами свяжем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, теперь поднимаем сиреневую. Лучше всего считайте петли, чтобы не пропустить. 1, 2, 3, 4. Так, есть. Дальше. Белую отставляем. Эту сиреневую перекручиваем с голубой. То есть поднимаем голубую. И вот эту белую, она, по идее, должна вот здесь идти у нас. Ну, можно потом ее протянуть будет. Ну, вот я ее перекручу сейчас. В каком-то ряду забыла перекрутить. Вот. Белая здесь должна идти, по центру. Значит, вот это у нас убывает. Белая уходит. Мы ее потом отрежем. А эта белая нам нужна, чтобы потом здесь связать треугольник. Ну, это увидите. 2. Одну добавляем. 3. Так, берем сиреневый. Так, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И соединяем. Значит, вот здесь белый перекручиваем. Это сиреневый у нас с этой стороны. И должны перекрутить вот эту. То есть мы ее должны поднять. Ну, вот теперь у нас все идет четко. Вот так вяжем. Значит, здесь у нас мы идем на убавление белого. Здесь у нас будет треугольник. Здесь тоже будет вот такая фигура, ромб, параллелограмм. И заканчиваем эту. Итак, вяжем. Значит, я надеюсь, понятно. Тут, в принципе, ничего сложного нет. Единственное, вот в нитках не заблудиться, какая куда идет. Ну, тут видно уже, одна сиреневая и одна белая идут вправо. Одну белую тянем по центру. Здесь вяжем голубой и сиреневый. Ничего сложного-то в принципе нет. Все. И так увеличиваем голубой цвет, уменьшаем сиреневый. Здесь увеличиваем сиреневый, уменьшаем белый. Так, провязала я в 7-м шаге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Последнюю белую закрываем сиреневым цветом. Так, белую здесь перекручиваем, мы ее потянем вверх и заправим в обвязку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь голубую перекручиваем с сиреневой. И голубую перекручиваем с белой. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Добавили одну. Поднимаем сиреневую и провязываем. И соединяем. И закрываем. Это у нас 10-й ряд 7-го шага. Вот мы закончили здесь. Так, закончила я 7-й шаг. И будем вязать последний 8-й. Вяжем 8-й последний шаг. Белую перекручиваем. Теперь этой голубой перекручиваем сиреневую. И перекручиваем белую. Вот у нас 10 сиреневых, 1, 2, 3, 4, 5. И 10 голубых, 1, 2, 3, 4, 5. И соединяем с белой. Так, довязала я до конца. И теперь вот здесь белым цветом будем вязать треугольник точно так же, как вязали в самом первом шаге. Так, перекручиваем. Два, три,
4, 5, 6, 7, 8, 9. И одну провязываем белым цветом. Так, сиреневый убираем. Одну еще провязываем тоже белым. И дальше вяжем голубым. Так, и у нас еще есть сиреневая нитка. Либо вы ее перекручиваете и тяните вверх, либо оставьте длины на этот квадрат, вот такой длины. Ну, можно чуть с запасом, вот, чтобы она вам не мешала, можно ее отрезать. И потом заправить крючком. Так. Вот эту белую тоже, кстати, можно отрезать. Вот. И тоже либо в процессе вязания крутить, либо заправить потом крючком по краю. Ну, я обрезала. Вот она у меня обрезанная. Но я ее все равно буду перекручивать. И соединяем. И закрываем весь ряд. Давайте я еще один ряд покажу, чтобы уже я не переживала, что вы не поймете. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одну сиреневую меняем на белую. Один, два, три. И голубую меняем на белую. Четыре. Вот, дальше набираем голубым цветом, закрываем. В следующем ряду с этой стороны увеличиваем и с этой стороны белый увеличиваем. То есть вяжем белый треугольник. Значит, в последнем ряду у вас должно быть 1 сиреневая, 18 белых и 1 голубая. Точно так же, как мы набирали в начале полосы. 1 голубая, 18 белых и 1 сиреневая. Ну вот, довязала я вторую полоску. Вот закончил треугольник. Как я уже говорила, петли я здесь оставляю. Столбики закрывать не буду, я потом буду делать обвязку. Вот получилась у нас половина
Еще столько же надо связать. И переходим с вами к третьей полосе. Вот, опять будем набирать петли столько же, сколько набирали здесь.